Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем на серии ОБТ, на серии омаженных ОБТ. Сейчас смотрим обновление. Вы там попили: ой, ты говорил, что ты ушел, играешь на сервере пиздобол и так далее. Пацаны, я на РП сервер даже не захожу. Серьезно, я не захожу. Даже на РП сервак, если что. Я снимаю про ОБТ лично из-за того, что вы меня просили в ВК, в комментариях. И вы набрали достаточно количество лайков, даже много лайков набрали под прошлой серии про ОБТ и много просмотров. Я вот решил записать. Я не буду снимать там работы, всю хуйню. Мне интересна система тюнинга на данном проекте. Как она здесь реализована? У нас новый автосалон, как я понял, да? Rolls-Royce, пизду его нахуй. Так, надо купить какую-то тачку, пацаны, чтобы ее затюнить. Я хочу посмотреть систему тюнинга, а настольно мне, в принципе, похую вообще. У меня модпак не стоит, если что, я его не ставил. Я удалил вообще модпак амазинга. Поэтому как-то так. Давайте посмотрим, что вообще у нас здесь есть. И кто внимательно не смотрит видосы, я говорил, что вот эта неделя какая будет. Если на этой неделе какая будет, ничего с моим аккаунтом не поменяется, тогда я ухожу с проекта, если что. А не надо там бомбить. Про БТ я снимаю просто чисто из-за того, что вы меня попросили, и все. Так мне реально похуй просто на амазинг. Понимаете? Я лишь хочу, если аккаунт разбанят, либо сделают бан, то есть не, я останусь на мазинге. Если ничего не поменяется, я уйду. Все. Думаю, все ясно, понятно, что больше, блядь, бомбилова в комментариях не было. Потому что меня это реально бесит. Давайте посмотрим, какую-то, блядь, машину выберем. Хоть какую-то любую, нахуй. Что это за бричка? Не, копиндос нам не нужен. Нам... Я хочу посмотреть машину, чтобы более-менее быстрая была хотя бы. Вот, купим, допустим, вот эту Волгу. Вашего дома, квартиры, заберите его. Все, побежали, короче, подъезд. Посмотрим здесь, какой здесь у нас чип-тюнинг. Даже какой-то чувак заявил самой ник. Вот, мой ник еще. Можете рехаться, можете нет, мне реально похуй. Я захожу чисто видос записать. Я здесь даже не играю. Если вы хотите, я могу сделать здесь стрим. Чисто если вы захотите. Мне то, в принципе, насрать. Если вы захотите, то я здесь делаю стрим. Поэтому пишите в комментах. Кто хочет, чтобы я еще снимал про БТ, ставьте лайки, чуваки. Все зависит от вас, мне реально похер. Если вы попросите, я сниму. Не хотите, чтобы я здесь снимал, я не буду снимать. Мне реально похер. Я снимаю чисто для вас, пацаны, если что. Мне абсолютно похрен. Я не буду снимать, как другие ютуберы там. Ой, там по казино, там, блядь, там всю хуйню. Нет, я сниму то, что мне реально интересно. И, возможно, интересно вам. Мне интересно реально система тюнинга. Хотя, ну, блядь, я играть не буду, даже когда ГО выйдет, если мой аккаунт не разбанят. Как бы, я чисто хочу посмотреть, чисто вам показать, рассказать свое мнение, посмотреть, вообще работает эта хуйня или нет, либо нас наебали и так далее. Вот и все. Сейчас быстренько добежим до моей квартиры, если бы я еще помню, где она, и возьмем нашу Волгу. У меня 600 тысяч есть, я думаю, этого хватит, в принципе, на тюнинг автомобиля моего. Поэтому сейчас посмотрим, что и как. Так, чуваки, есть проблемка, у меня прав нету, но в тачку можно сесть. Поэтому, видите, как все виляет. Ну, я думаю, так доедем, в принципе. Просто доехать на права сдавать, пацаны. Ну, я даже хз, где здесь автошкола. Я, конечно, мог бы сдать, но... Давайте чекнем, где автошкола хотя бы. Автовокзал, автошкола. Я думаю, в принципе, она там, где и всегда, да? Даже новый... Да, вон, автошкола там находится. Ладно, поехали в ближайшее 100. А ну, у нас вот сюда сейчас повернем быренько. Хотя бы посмотрим, работает он или нет. Извиняюсь за эту камеру ебучую, но, пацаны, у меня нету прав. Так, вот у нас и 100. В принципе, заезжаем сюда. Так, и по идее надо прописать тюн. Если я не ошибаюсь, да? Так, диски, покраска автомобиля, ускорение авто. Вот. Ускорение авто у нас есть, да. Починка авто. Все, увеличилась скорость у нас. Сейчас посмотрим, какая у нас здесь скорость увеличилась. Как отсюда выезжать, сука? Отъедь нахуй, ёбак ты, пидор. Ебучий, съебался. Все, я выехал, ебать. Заебись. Сейчас посмотрим, как она валит, пацаны. Конечно, без прав. Хуёво, ну ладно. Похую вообще. Скорость у нас увеличилась максимально или нет? Я думаю, все-таки надо сдать на права будет.
Потому что это пиздец. Сейчас, короче, поедем, наверное, на права сдадим все-таки. А то без прав ездить не очень, я вам скажу. Блять, я уже такой видел, пацаны. Район РП, привет. Так сказать. Я уже такой видел. Пизда, это трудно, пацаны, ехать, отвечаю, без права. Это пизда. Это просто пиздец. Волга, блять, я знаю, что дрифтовая, но не настолько, сука. Надо будет поехать еще бабок заработать на ручках. Там 200 тысяч за один ящик ему платят, поэтому... Сейчас бабла еще поднимем для тюнинга, чтобы было прям замечательно. Чисто посмотрим полностью систему тюнинга. Мне нереально интересно глянуть просто, что это будет. Но, блядь, 600 тысяч за ускорение автомобиля, блядь, как-то дохуя. Не один я по полям езжу. Ну, похуй, блядь, это тестовый сервер. Видите, сделали систему, теперь 20 штрафов и все, пизда. Ладно, пацаны, не буду вас томить, потому что, блядь, сам вижу, что, блядь, ехать вот так вот, это пиздец. Тем более, когда вы смотрите, это, думаю, будет пизда полная. Поэтому сдам на права, точнее, доеду автошколы и продолжим. Кстати, я заметил, что варлинги часто вылетают. Это хуево. Конечно, от машин, блядь, я ебал просто. Так, погнали. Моя Волга стоит, да. Черная Волга, пацаны, да, Каспийский, Русь, все дела. Ну да, вы поняли. Бать, конечно, народу, пацаны, пиздец просто. Пиздец. Поэтому сейчас... Блядь, где тут сдавать на права? По-моему, здесь, да? Категория Б, нахуй мне категория А, блядь. Ничего не сохранится, это тестовый сервер. Пайте номера, дома, машины друг у друга. Лол. Ну, в натуре, кстати, какой смысл? Просто бред, реально. Просто бред. Лол, пацаны. Я бах нашел, короче. Вы просто, видите, я зашел, нажал, типа, сдать на права. Я нажал просто, даже на права сейчас не сдал, сел тачку, пробовал. И тупо сдал на права. Получается, у меня сейчас есть, видите, нихуя не шатает. Просто бах, пацаны, просто бах. Нашел бах, ебать. Ну, думаю, блядь, я не знаю, знают они об этом баге или нет, в принципе, но... Если администрация смотрит мои видосы, то они поймут, что бах есть такой. А там чуваки, где-то человек 50 ждет, блядь, пока ташка появится. Я тут подожал права, нахуй, и все, блядь. У меня есть права, заебца. Погнали дальше, короче. Че это у нас? А, это мусорка будет. Ну, похую. Сейчас заработаем баблишко, пацаны, чтобы тюнинг сделать, потому что, блядь... Ну, бабок нету на тюнинг, а я хочу вам его показать. Да и сам гляну чисто, что там и как. Не знаю, я не заметил, что она быстрее начала ехать, на самом деле. Но, возможно, я ошибаюсь. Возможно, там можно несколько раз ее сделать, чтобы она быстрее ехала, и она будет ехать пиздец как. Сейчас мы это посмотрим и проверим. Не, ну она едет 115, в принципе. Я не знаю, сколько она едет. Не, ну как-то чувствуется, что она быстрее хуярит, пацаны, на самом-то деле. Не знаю, правда это или нет, но... Ладно, пусть с ним. Все, припарковались. По-моему, за ящик платят 200 тысяч за один. Давайте это проверим. Нереально интересно. Бля, ящик уронил, ну похуй. Что мне не трудно верить, на самом деле, что столько здесь платят. Как-то прям не очень мне верится, на самом-то деле. Сейчас мы это просто проверим. Если платят 200 тысяч, я здесь поработаю. Если, блядь, платят 100 рублей, то ебалось им в рот. В натуре 200 тысяч платят, все, ебать, работаем, пацаны, работаем. Если бы так реально на мазнике платили столько бабок, хотя бы один час, прикиньте, что бы было просто, был бы пиздец. Короче, чуваки, я тут бегаю, и меня узнали, пацаны. Я не знаю, как, блядь, я, походу, до видосе спалили тогда, что у меня ник такой. Иван Спиридонов, привет тебе. Давайте напишем, передал. Блять, даже здесь меня узнают, видите, чуваки, блять. Хотя, ну, ник, блин, Кирилл Красава, блять, просто меня узнали. Так быстро. Юра передаю привет Юре Бродяку. Передал. Передал я привет, пацаны, вам. Ну, приятно, что меня даже здесь узнают, в принципе, на таком сервере, где, блять, мой ник вообще никогда не использовал. Я такой ник вообще нигде. И меня здесь узнают, это реально приятно. Можете, кстати, писать, чтобы я еще здесь глянул именно. Интересно, что такое есть, чтобы я посмотрел и снял про это видео. Либо, чтобы вы хотели, чтобы я посмотрел. Что, блядь, погода происходит? Можете писать в комментариях, в принципе. Пацаны, мне реально похуй, я могу снимать. Могу здесь, не могу не снимать. Просто я видел, что вы набрали много лайков.
и многие просили, чтобы я здесь снимал. Но ОБТ серии, я чисто захожу себя поснимать, пацаны, я здесь не играю, реально. Как бы, и на РП серии я вообще не захожу. Поэтому, не надо там бомбить в комментариях, что типа я пиздобол. Я сказал, если на этой неделе какая будет, ничего не поменяется с моим аккаунтом, тогда я уйду. А так, я пока что еще, так сказать, ну, в раздумье. Не то, что в раздумье, а то, что я жду, когда эта неделя закончится, какая будет, и тогда уже ухожу с проекта навсегда. Наверное. Ну, как навсегда, если разбанить, конечно, я вернусь. А так, в принципе, у меня желания никакого нету играть на РП-сервере. Здесь чисто, да, я зайду, видочек запишу, посмотрю и все. Я думаю, 23 ящика хватит, потому что, блядь, не хочу здесь дохуя работать, нахуй надо. Все, 4600, я думаю, нормально, все. Можно отчаливать, я думаю, в принципе. Берем мою козырную волку, едем в СТО просто тюнить ее. Все, закрываем и поехали. Ебать, это такая жесткая пацановария была. Кстати, радары сделали нормальные, блядь, наконец-то. Там уже только что писало, типа, километров, сколько можно ехать, типа, что радар, вся хуйня. Так, что у нас? Нихуя нема. Тут же, блядь, говорили, типа, авария какая-то будет, но тут нихуя нету. Лол. Вот тут тоже автослон же есть, блядь, точно. Я совсем забыл за это. Ну ладно, похуй. Так, это что у нас, СТО? А хуй его знает, где тут СТО, блядь? А вон СТО. На карте показано. Мне реально интересна система тюнинга. Я буду снимать то, что мне интересно. То, если вы будете хотеть, чтобы я здесь снимал. Либо постримил там, не знаю. Так. Спасибо, пацаны. Давайте я тоже отъеду, блядь. Не буду я мудаком таким, блядь, стоять. Кстати, блядь, тюнинг здесь такой прикольненький. Так, тюн. Диски. Во, ускоритель авто еще можно купить. Покраска, гидравлика. Ну, давайте гидравлику поставим. Починим машину. Убрать тюнинг, перекрасить авто. Перекрашивать мы ее не будем. Как поставить винилы? Хуй его знает. Ну, я... Еще ускорить можно тачку, ну. Ваша машина имеет и так... большую скорость. Окей. Так, тюн. Убрать тюнинг, перекрасить авто, починить авто. Ну, видите, больше ничего такого нету. Давайте сейчас зод ебану. И, в принципе, все, больше нам ничего такого не нужно. Блять, спасибо, что мне машину разъебал, конечно. Прям уважуха тебе. Дай мне выехать. Дай выеду. Так. Блять, ну какие вы долбоебы, дайте выехать. Спасибо, блять, хоть поломанный выйду, блядь. Так, погнали. Посмотрим сейчас, как она едет, блядь. 115 наехала, да, пацаны? Сейчас оценим, сколько она сейчас будет ехать. Если не знаю, что-то поменялось или нет, но, блядь, вроде что-то чувствуется. О, да, она начинает тут подлетать аж. Сейчас проверим максималочку ее. С нитро. Если мне понравится, пацаны, то это будет хорошо. Это будет хорошо. Так, давай. Так, она уже чувствуется, едет нормально. То есть, будет всего лишь 3 раза, можно будет затюнить ее. Это будет вам, выйдет в 2 миллиона, короче. Не, в лям 800 вам выйдет полный тюнинг, чтобы она быстро ехала. Так, сейчас максималку проверим. 120, 124, 129... Ну, пацаны, не очень, как бы. Я заплатил лям 600, чтобы она ехала на 29 километров быстрее всего лишь. Не, ну все равно это даже круто, да. Но, блин, по-моему, она в стоке едет так само, как сейчас. Да, ускорение, по-моему, быстрее, но все же, блин. Можно было сделать это как поинтереснее, я так думаю, как бы. Можно было это реально сделать поинтереснее. Хотя радар так не сработал почему-то. Без понятия почему, но... Реально, можно было бы сделать поинтереснее. Видите, всего лишь 3 этапа есть. И все не стоят 600 тысяч, как бы. Ну, гидравлик это такое дело, блин. На самом деле, ничего в этом такого естественно не вижу. Как бы это... И еще в старом, на старом мазнике было. Но прикольно, да, что она быстрее ускоряется, я заметил. Но максималка, не знаю, какие здесь, может, параметры другие по скорости стоят именно. Но... Что-то, по-моему, на стоке едет 125 на мазнике, даже, ну, на какой сейчас мазинг.
Честно, я вам не помню, блин, точно. Верьте, заглох, спасибо. Спасибо большое. В принципе, да, движок заглох. Да, видите, ускорение очень быстрое, видите, она когда до максималочки подходит, ускорение у него быстрое. Вот это прикольно, да, не спорю. Мне интересно, я бы хотел бэху затюнить здесь. Может, займемся этим на стриме. Бабочек подкопим и затюним ее. Посмотрим, сколько она будет ебашить. На самом-то деле. И думаю, это будет очень даже круто. Вот бэху я бы хотел проверить, сколько она реально едет. Давайте я за эту починюсь. Потому что мне нужно починиться. Вот видите, здесь никого нету. Буду знать теперь, куда ехать. Так. Починить авто. Понятно, здесь закончились товары. Ну, замечательно, чё. Что я могу еще сказать? Замечательно. Кстати, 24 на 7 здесь так и осталось. Только, видите, поменяли много. Сейчас заглушим мою машинку. Она закрыта. Да, закрыта. Давайте зайдем. Мне кое-что надо здесь взять. Бля, спасибо вам, спасибо, что здесь недостаточно товаров, блядь. Понятно, короче. Ну да, какой долбой будет возить товары? Раньше владелец, в принципе, этого 24 на 7, а так всем похуй, в принципе. Бля, невидимый замор, это, конечно, что-то. О, Том Фриман. Да, зашло, блядь, чудо-юдо, блядь. Какое меня забанило навсегда, блядь. Так, где, блядь, 24 на 7 брали, кстати, как мы видим. Где еще, блядь, 24 на 7 может быть? Я душе не ебу. Мне нужно именно 24 на 7. Ладно, давайте доедем тогда. Ебать, конечно. Аварии, пацаны, будут с этим чип-тюнингом, конечно, нормальные такие. Я уже чувствую, блядь, я уже представляю это. Хотя, блядь, я шарать не буду, мне-то похуй. Поэтому погнали. Он деревню-то вернул, ебать. Прикольненько. Прикольненько, да. Ёбаный хуй. Аккуратно. Ну, видите, ускорение, да, есть такое. Ебанутое, конечно, ускорение, как по мне. Ебать! Это Волга, пацаны, ебать. Берите Волгу, нахуй, не пожалеете. Вот мне интересно, как Бэха валит. Если Волга так хуярит, то Бэха, наверное, там пиздец вообще. Я думаю, рвет просто пиздец как. Поэтому надо будет ее обязательно купить. Просто обязательно надо будет ее купить. 24 на 7 этот работает. О, здесь новый бизнес добавили. Так, это у нас 24 на 7, а это у нас магазин салютов. Понятненько. Теперь вы можете знать, где бизнесы будут много располагаться, так сказать. Спасибо, да. Я даже за вход заплачу. Мне просто надо фотик, пацаны, чтобы сделать превьюшечку красивую. Так. 24 на 7 вообще не поменялось. Что было, такое самое было, такое осталось. Вообще не поменялось. Нихера просто. Просто ни хрена не поменялось. Ну да ладно, в принципе, нам должно быть похуй. Надо деньги в банк положить, потому что фотоаппарат будет мне мешать. Не, честно, вот система вот это ускорение машины мне очень нравится. Именно машина начала очень быстро ускоряться. Я очень хочу на BMW это попробовать, поэтому... Надо будет бабочка поднакопить, пацаны. Возможно, постримить и сделать полный тюнинг BMW. Ну, мне реально только это интересно на сервере. Хочу просто глянуть, сколько она будет ехать. Чисто для себя. Глянуть и все. А так вообще. Фиолетово. Так. Ой, нахуй я вышел. Хотя ладно, чё. Давайте такой скриншот сделаем. Типа черная Волга, там все дела. Все, заебись. Ладно, чуваки, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was